выставке «Хобби Тайм» я представляю медовый пряник. Причем пряник уникальный, приготовленный заварным способом. Пряничница – это творческий процесс, и все, что с творчеством связано, мне интересно. Много представлено интересных работ, и бисер мне понравился, и вышивки. То есть здесь гончарное производство очень интересно сделано. То есть здесь можно выбрать хорошее украшение, авторское, естественно, авторское. Поэтому выставка как бы мне понравилась. Мы целенаправленно специально приехали для того, чтобы посмотреть, найти для себя что-то интересное, пройти мастер-классы. Здесь очень много творческих мастеров, которые делают потрясающие работы, и очень много творчества, которое я даже, в принципе, для себя открыла в первый раз.